Hello. Anybody that's here? Hello? Hello. I'm sorry. That's here. Oh no, it's echoing! Oh, okay. Wait. Okay. See how.
No fucking breast pocket. Oops, forgot about that. I wish I could put like labels on stuff. That'd be nice. Hello, 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 hello. Anybody that's here? Hello, hello. I'm sorry, but oh no, it's echoing. Oh, okay. Wait. Anybody that's
Okay, good. Cards we'll never use. .com.
не спасу от тебя. Ты ненавидишь свою жизнь, но только поминай. Я живу, у меня есть только одно правило. Что правил нет, ты делай все, что тебе надо, брат. Делай, что хочешь, делай все, что хочешь. Хочешь, забери эту шалаву среди ночи. Хочешь, да подкури, да кури ты сколько хочешь. А я пойду и напишу пару строчек. Вижу тебя, это точно, с каких пор наши чувства стали непрочны. Тебя я становился хорошим. Моя любовь по мне будто заточка. Я уйду, у меня не будет рядом. Зажимай теперь сама свои раны. И не нужно мне искать оправданий. Но так надо, так надо. Я уйду, у меня не будет рядом. Зажимай теперь сама свои раны. Ты мое море, но бьешься об эти скалы. Ты уже в хлам, эта жизнь тебя потаскала. Когда себя искала. Эти наркотики никогда не спасают. Выглядит круто, это только на экране. Люди себя теряют поздно или рано. Порто или пиано, тут кто как играет. Но выдохнул в окно дым. Я не понял, почему же ты куда-то сбегаешь. Если хочешь изменить мир, начинай сначала. Твои слезы никого не впечатляют. Порезы на руках, это все твоя вина. Ты ныряешь в океан, не буду тебя спасать. Детка, это финал, и ты это поняла. Напиши в ТГ-канал то, что ты осталась одна. Я уйду, у меня не будет рядом. Зажимай теперь сама свои раны. И не нужно мне искать оправданий. Но так надо, так надо. Я уйду, у меня не будет рядом. Зажимай теперь сама свои раны. И не нужно мне искать оправданий. Но так надо, так надо. Я уйду, у меня не будет рядом. Зажимай теперь сама свои раны. Я давно не играл в FES, но мне страшно наблюдать за этим. Поэтому ничего страшного, нормально. Это же пара друид. У них так все. Неправильно. Надо было вот эту карту еще АОЕшный стол. Хотя. Ну мне просто убивать Динатри. Тут легендарная рука с легендарным столом против легендарного стола. Это просто Динатри есть уже и все. Мне сейчас АОТК.
Нам доборы, все. Чел, блядь, просто на доборах был, блядь. Если бы у него ты на три последней карты тай был, он бы выебал все. У него сейчас за ноль, там, за один чешуя, он сейчас... Все, наигрался. .33 на .33 нормально все. Вот так и играю. Теотар мне пришел. А, нет, наверное, да. Теотар у меня в колоде просто нету, да? Ну, потому что игра так решила. Потому что я бы одной картой выиграл бы игру. Я сейчас забрал бы Денатрия или бы Эбрана, он бы ничего не сделал, все. Одну карту из двух забрал бы, он бы ничего не сделал. Ну, я не должен был эту игру выиграть. Просто. По ихнему, как бы, скрипту близерскому, я не должен был этого играть. Все. Он, в принципе, руку отпустил, я он все, за столом я нормально держался, все делал. Если бы мне Денатри пришел, Теотар пришел, я, блядь, спиздил у него Денатри за один. Т-33, блядь, снес бы его стол и все. Спасибо за подписку. Разбойнику добавили карту, которая ворует легендарки. Нет. Разбойнику, не разбойнику, а всем классам добавили карту, которая ворует любую из трех, которую дают на выбор. Вот, вот данная карта. Безумный герцог Теотар. Которая ворует... Меняет игра, карты из руки каждого игрока и меняет их местами. Три карты. Оп. Вероятность того, чтобы я достал то, что мне надо, очень велика. Потому что люди из 10 карт достают то, что им надо. А там было меньше 10 карт. Ну это нага приз. Может даже эту карту взять. Ну так как видел, он нашел эту карту, потому что ему весь дроу давали, а я нет. Это, кстати, неплохо. Вот это тоже, кстати, неплохо. СБВ, кстати, хороший, да. А что за прикол, что ты друидом, типа, игру начал? Это карта есть такая, Мастер Маскарад, проговская, которая облик заменяет. Заменяет облик до того, как ты сыграешь классовую карту. Вот если ты играешь какую-то, ну, все классовую, типа вот этой девочки, Теотара, вот это, то он не сбрасывает облик. А если ты играешь там вот эту карту, вот эту роговскую, он сразу меняет облик. А в чем смысл этой карты? То, что некоторым улиганится под другой класс, который у тебя надет. А бывает... И плюс здесь карта есть гнол, которая уменьшает стоимость за каждую взятую или каждую раскопанную карту нет классовую. А когда ты играешь, например, друидовской каким скином начинаешь, то у тебя все карты роговские не считаются не твоими. Ну, и он удешевляется. Так. Можно даже так сделать. Я вот так делаю. О. Вот это, кстати, хорошая карта против этого пацана. Вот
биться нет смысла, он просто хилом будет добираться, не знаю. Не, мне тут его не, ну, как бы не убивать на старт, я его никак не убью. Невероятно нормально из полы раскопать его, просто захексить его существенно. Отбиться от его стола мне главное, и все. Мне его, в лицо его как бы я не запушивал. В чем тогда прикол облика? Ну, вот я говорю, облик мне ставишь, и у тебя карты дешевляют гнол, а гнол за 5 маны, когда ты его ставишь там, на второй, на третий ход, когда у него статы 3-4, 3-5 нормально, он против агры может нормально трейдиться. Так, ну смотри, тут так получается. Ваш зверь получает яд. Смысл? Ну, я думаю, ладно. Будем по лицу немножко пробивать. Немножко. Чуть-чуть совсем. У меня он герой скоро. Да герой дожить нормально будет. Наверное, секретик надо раскапывать, еще один хороший какой-нибудь. Либо надевать секрет. Бататар. Ну, Бататар это слава, вот надо секрет искать. А, ну эту хрень он может как-то раскачать, да. Я даже, наверное, вот так сыграю. Сейчас прочитаю, что ты мне там сказал. На следующий ход я просто делаю восьмерку, если не что-то делать. Кстати, ненавижу разбойника за ваншоты, существ, когда-то это меня бесило. За ваншоты какие ваншоты? Что-то я не понял. Так. Вот сейчас он раскрутится, наверное, да. Раскрутка. Я бы добор его разбил бы. Ну типа стоит существо, у тебя орога вперед, картонку за 5 убивает. А. Ну это раньше, сейчас уже таких... Ну, привет, любовь неразделенная. Надеюсь, что ты тоже одинокая. Как я. Эй, как ты, я даже не спрошу. Ты невыносима, а я не вывожу. Петь песни о тебе не да. Напишу. Сейчас курю. Стоп. Нормально. Я же не курю. Через огнясь, через это поднять. Ты мне очень нравишься, но я тебе... Да, где он? Не мешай мне, друг. Вообще. Чего? Через огнясь, через это поднять. Ты мне очень нравишься, но я тебе не нравлюсь. Вообще. Нет, такого не бывает. Да какая днюха, просто люди бывают, ходят в гости, собираются. Просто решили собраться, посидеть. Мы же давно не сидели. Я знаю, что ее любовь ничего не значит. Через огнясь, через это поднять. Ты мне очень нравишься, но я тебе не нравлюсь. Вообще.
chest, I can guess, chest, at the fucking guess. Give me what you have, send me it's a pain in the ass. Pop shit. Pop shit. Вся моя любовь пропала в ту ночь. Из головы, сука, уходи прочь. У меня дыра в районе живота. Думал навсегда, но песня не та. Песня не та. Не та тональность, не те слова. Не тот смысл, не тот другой. И ты не та, или я не тот. Я весел, я весел. Ну, так это и будет так, наверное. Ну, не всю, конечно. Ну, если как-то там помощь какая-то будет. Просто если как-то все, мы там мы охренели нас. Не знаю. Так, на этом мы как бы собирались, потому что мама и рассказывала, наверное, и скучала по этому вопросу. A bitch. I oversold. This is my realm. Oh shit. Everything.
все тебя, ты ненавидишь свою жизнь, но только меня. Я живу, у меня есть только одно правило, что правил нет, и делай все, что тебе надо, брат. Делай, что хочешь, делай все, что хочешь. Хочешь, забери эту шалаву среди ночи. Хочешь, да подкури, да кури ты сколько хочешь. А я пойду и напишу пару строчек. Вижу тебя, это точно, с каких пор наши чувства стали непрочны. Ради тебя я становился хорошим. Твоя любовь по мне будто заточка. Ты мое море, но бьешься об эти скалы. Ты уже в хлам, эта жизнь тебя потаскала, когда себя искала. Эти наркотики никогда не спасают. Выглядит круто, это только на экране. Люди себя теряют поздно или рано. Порто или пиано, тут кто как играет. Выдохнул в окно дым, все будто в тумане. Я не понял, почему же ты, куда ты сбегаешь? Если хочешь изменить мир, начинай сначала. Твои слезы никого не впечатляют. Порезы на руках, это все твоя вина. Ты ныряешь в океан, не буду тебя спасать. Детка, это финал, и ты это поняла. Напиши в ТГ-канал то, что ты осталась одна. Я уйду, и меня не будет рядом. Зажигай теперь сама свои раны. И не нужно мне искать оправданий. Но так надо, так надо. Я уйду, и меня не будет рядом. Зажигай теперь сама свои раны. И не нужно мне искать оправданий. Но так надо, так надо. Я уйду, и меня не будет рядом. Зажигай теперь сама свои раны. В нашей квартире весна, медленно сходим с ума. Ты выдыхаешь молитву свои дымом в глаза. В нашей квартире весна, медленно сходим с ума. Скажи, когда, никогда, белая полоса. В нашей квартире весна, медленно сходим с ума. Ты выдыхаешь молитву свои дымом в глаза. В нашей квартире весна, медленно сходим с ума. Я давно не играл в ФС, но мне страшно наблюдать за этим. Так, ну, ничего страшного, нормально. Это же пара друид. У них так всегда. Неправильно. Надо было вот эту карту еще АОЕшник стол. Хотя. Ну мне просто убивать Денатри. Тут легендарная рука с. Легендарным столом против легендарного стола. Да там просто Денатри есть уже и все. Мне сейчас зовут и кашу.
Нам доборы, все. Чел, блядь, просто на доборах был, блядь. Если бы у него ты на три последней карты тай был, он бы выебался. У него сейчас за ноль, там, за один чешуя, он сейчас... Все, наигрался. Тридцать три на 33, нормально все. Вот так и играем. Теотар мне пришел. А, нет, наверное, да? Теотара у меня в колоде просто нету, да? Ну, потому что игра так решила. Потому что я бы одной картой выиграл бы игру. Я сейчас забрал бы Денатрия или бы Брана, он бы ничего не сделал. Все. Одну карту из двух забрал бы, он бы ничего не сделал. Ну, я не должен был эту игру взять. Просто. По ихнему, как бы, скрипту близзардскому, я не должен был это выиграть. Все. Он, в принципе, руку отпустил, я он все, за столом я нормально держался, все делал. Если бы мне Денатри пришел, Теотар пришел, я бы, блядь, спиздил у него Денатри за один, на 33, блядь, снес бы его стол и все. Спасибо за подписку. Разбойнику добавили карту, которая ворует легендарки. Нет. Разбойнику, не разбойнику, а всем классам добавили карту, которая ворует любую из трех, которые дают на выбор. Вот, вот данная карта. Безумный герцог Теотар. Которая ворует... Меняет игра, карты из руки каждого игрока и меняет их местами. Три карты. Оп. Вероятность того, чтобы я достал то, что мне надо, очень велика. Потому что люди из 10 карт достают то, что им надо. А там было меньше 10 карт. Ну это на каприз. Можно даже эту карту взять. Ну так как видел, он нашел эту карту, потому что ему весь дров давали, а я нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, кстати, неплохо. Вот это тоже, кстати, неплохо. Спеллы, кстати, хорошие дали. А что за прикол, что ты друидом, типа, игру начал? Это карта есть такая... Мастер Маскарад Роговская, которая облик заменяет. Заменяет облик до того, как ты сыграешь классовую карту. Вот если ты играешь какую-то, ну, все классовую, типа вот этой девочки, Теотара, вот это, то он не сбрасывает облик. А если ты играешь там вот эту карту, вот эту Роговскую, он сразу меняет облик. А в чем смысл этой карты? То, что некоторым улиганится под другой класс, который у тебя надет. А бывает... И плюс здесь карта есть Гнол, которая уменьшает стоимость за каждую взятую или каждую раскопанную карту нет классу. А когда ты играешь, например, друидовской тим скином, начинаешь, то у тебя все карты роговские, они считаются не твоими. Ну, и он удешевляется. Так. Можно даже так сделать. Наверное, так делаю. О. Вот это, кстати, хорошая карта против этого пацана. Ой,
биться нет смысла, он просто хилом будет добираться, не знаю. Не, мне тут его не, ну, как бы не убивать на старт, я его никак не убью. Невероятно нормальные спалы раскопать его, просто захексить его существом. Отбиться от его стола мне главное, и все. Мне его, в лицо его как бы я не запушивал. Чем-то за прикол облика. Ну, я же тебе говорю, облик мне ставишь, и у тебя карты дешевляют гнол, а гнол за 5 маны, когда ты его ставишь там, на второй, на третий ход, когда у него статы 3-4, 3-5, нормально, он против агры может нормально трейдиться. Так, ну смотри, тут так получается. Ваш зверь получает яд. Смысл? Ну, я думаю, ладно. Будем по лицу немножко пробивать. Немножко. Чуть-чуть совсем. У меня он герой скоро. Да герой это жить нормально будет. Наверное, секретик надо раскапывать, еще один хороший какой-нибудь. Либо надевать секрет. Бататар. Ну, Бататар это слава, вот надо секрет искать. Бля, ну эту хрень он может как-то раскачать, да. Я даже, наверное, так сыграю. Сейчас прочитаю, что ты мне там сказал. На следующий ход я просто делаю восьмерку, если что-то делать. Кстати, ненавижу разбойника за ваншоты существ, когда-то это меня бесило. За ваншоты какие ваншоты? Что-то я не понял. Так. Вот сейчас он раскрутится, наверное, да. Раскрутка. Я бы добор его разбил бы. Ну типа стоит существо, у тебя орога вперед, картонку за 5 убивает. А. Ну это раньше, сейчас уже таких... Ну привет, любовь неразделенная. Надеюсь, что ты тоже одинокая. Как я. Эй, как ты, я даже не спрошу. Ты невыносима, а я не вывожу. Петь песни о тебе, тебе не напишу. Сейчас курю, стоп. Нормально. Я же не курю. Через огнес, через это погнес. Ты мне очень нравишься, но я тебе... Да, где он? Мешай мне руку. Чего это? Через огнес, через это погнес. Ты мне очень нравишься, но я тебе не нравлюсь. Вообще. Ну, такого не бывает. Ура, я снова согнался. Вроде не тупой. Да какая днюха, просто люди бывают, ходят к гостям. Собираются. Просто решили собраться, посидеть. Мы давно не сидели. Я знаю, что ее любовь ничего не значит. Через огнес, через это поднес. Ты мне очень нравишься, но я тебе не нравлюсь. Вообще.
через second place, через это подмес. Ты мне очень нравишься, но я тебе не нравлюсь. Вообще. Всегда одна песня не та. Вся моя любовь пропала в ту ночь. Из головы, сука, уходи прочь. У меня дыра в районе живота. Думал навсегда, но песня не та. Песня не та. Тот анализ, не те слова. Не тот смысл, не тот угол. И ты не та. Или я не тот. Я встал, я встал под закатом. И все, и все, много правды. Я встал, я встал. Стой прикольный, но ты не полон. Ну, так, и, так это и будет так, наверное, что... Ну, не всю луку, конечно. Ну, если как, как-то там помощь какая-то будет. Просто если как-то все мы там охренели нас. Не знаю. Так на этом мы как бы собирались, там что мама и рассказывала, но я решал по этому вопросу.
твоей кровью стены. Ты, похоже, подрос, ведь мне стало не так просто искать тебя среди подростков своего возраста. Я реже смотрю на звезды, но все так же вижу в тебе тот далекий космос. Вижу тебя, звоню 03. Я вижу, как ты сломана внутри. Вижу тебя, звоню 03. Но теперь для себя, а не для тебя. Кажется, мне нужен доктор быстрее, yeah. Что мне испачкать своей кровью стены. Кажется, мне нужен доктор быстрее, yeah. Что мне испачкать своей кровью стены. Все, что я хочу, услышать правду. Хотя бы от тебя, ведь другие суки всегда будут до боли неприятны, даже когда я выпил. Я не могу позволить сравнить тебя с остальными. И мы, наверное, могли бы остаться навсегда и совершить правильный выбор, но ты знаешь, не строю планы на завтра. Ведь мои планы имеют правила не сбываться. Вижу тебя, звоню ноги. Я вижу, как сломано внутри. Вижу тебя, звоню ноги. Теперь для себя, не для тебя. Кажется, мне нужен доктор быстрее, yeah. Что мне испачкать своей кровью стены. Кажется, мне I've built, but what's inside I've already killed. Nobody knows what I've been through. Nobody knows that it was you. You destroyed everything. Did I mean anything at all to you? Did I mean anything at all to you? Every now and then, because I do. Did I mean anything at all to you? There were too many lies for me to memorize, and I never made the same mistake. The truth weighs heavily on you. It must be. Earthquakes splitting a tectonic plate into a number of ways of you.
Так, ну тут серьезный разговор был. Protected by these walls I've built, but what's inside I've already killed. Nobody knows what I've been through. Nobody knows that it was you. You destroyed everything. Did I mean anything? Тара, да ты брать собираешься? Ебать. Трейды какие-то непонятные. Скоровый тест, мне кажется, вот что это. Хотя я могу Теотара за... Блять. Танк не сыграла. Не сыграла медведя. Ну ладно. Значит, надо было тест. Ну, тест. Сейчас может просто с капса сыграть, да? Короче, там либо мстительный образ, либо азис, да? Ебать, просто страшно, блядь. 4 маговских секрета. И пуцы, они с тест же все тоже опять заспамятся, 4. Вот это ж мои все, блядь, я их играл. Просто все топовые, ну как топовые, 3 топового секрета. Понял. Понял. Армор.
Надо как-то тест, чтобы мне не заруинили, чтоб я ее реализовал. Чтобы сейчас он секреты поснимал. Вообще нихуя не делать. Куда этого челика. Акробата поставить. Ну, может, с капса сделать. У меня все вернется в руку. Так, у него два тайника использованы. У него только ТС осталось из какого. Ну, относительно, у него, кстати, пятерка тоже руина, он Тириона ему не ставил. Но я не хочу пятерки играть, ничего такого. Можно еще секретик раскопать. Карта сгорит. Да, понятно. Ну, сейчас Теотара будет играть. Теотар. Ну, у него своровать у меня есть карты, конечно. У него, может, скапс уже есть. Как ты там забыл твои номера, но каждый раз, как я пишу, я вспоминаю. Ну что-то нашел нормальное, по-моему. Ну, пятерку. Пятерка это, кстати, не страшно. Пятерка еще можно как-то. Он его вернуть не смог, у него, может, даже был нолик. Так, ну по-моему, ешка два по всем. Это карты, конечно. Но у него, кстати, у него тайник был, а. Я не знаю, может... Пэлэйт атакует себе. Ну, гигант всё-таки. Он, кстати, его сейчас поставим. Я знаю, что ты не знаешь, что надо оно тебе. Пацаны, когда хуёво было, приносили газ. Пацаны жали на тормоз, когда я хотел набрать. Я просто не понимал, почему ты тогда ушла. Если я такой хуёвый, то зачем вот это сейчас? Ты кусаешь губы, я не влюбляйся. Ты ещё дура, такая классная. Тебе нужна минута, ты не влюбляйся. Переигран. Можно терять столько вещей,
Только прошу себя не потеряй. Теряй. Можно искать столько людей. Только прошу себя не потеряй. Теряй. Кажется, я не знал, что можно любить себя. Я собирал разные взгляды. И кому это надо теперь? И старый, новый друг. Все просто пропадут. Так что собирай с мыслями. Слишком быстро, но зато искренне. Время лечит, то я хочу его поймать. Каждый день я запишу свою тетрадь. Можно терять столько вещей. Только прошу себя не потеряй. Он шел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно. Только прошу себя не потеряй. Теряй. Плачут стрелки на часах. Они знают мой самый главный. А, это хрипованная мразь. Налево, направо нельзя, чтоб никто не узнал. Пусть пронзают снова сквозь все слова, что не всерьез. Просто играют, им даже не стыдно. Они не знают, как терять вещей. Только прошу себя не потеряй. Теряй. Дать ему отойду, либо этого пацана. Можно искать столько людей. Только прошу хорош себя не потеряй. Хорош. Отмена. Ай, ладно, так. Эту шару, ебать. Не выводи меня, не закатывай глаза, не доводи меня. Когда бы дали по газам и не люби меня. И мы на разных полюсах, не выводи меня, не выводи меня. Я разбитый, уставший, мечтаю о тепле. Твои губы на рубашке, твои слезы на щеке. Раздави мое сердечко, батарейка под губой. Мы мечтали ночи вечно, это точно не любовь. Это точно не любовь, это точно не любовь. И я запиваю горе, и я заедаю боль. Это точно не любовь, это точно не любовь. И я запиваю горе, и я заедаю боль. Не выводи меня. Отъебу тебя! Хочу поебало ему пропушить немножко. Белые, но скоро все закончится, ты больше не красивая. Ну там поставить, наверное. А ну не было там. Да, хорош. Твой ебаный. Хорошо. Ты подаришь целый космос, я включу его в комнате. За окном зима и твой голос на проводе. Снова без тебя я умру в этом городе. Ага.
Домой, бы так сказать. Так скажем, домой, дружище. Друг, домой. Нашел все? Мать продал, да что ли? Сколько там? 4-4. Утка пригорела, ебать. Съебался. Хорошо. Хлеб, по-моему, было бы еще. Мы играем смело, монету. Таунт B39, это вот воиновского. Сюда. Куда, конь? Ну это такое на Денатрия спам. Да, это, конечно, неплохо. Он теперь будет с этого доставать. Пятерок. Не каждый член ей достанет до сердца. Если чувство взорвать, то невозможно представить последствия. Когда уходила, просила оставить ее в покое. Уважать ее просьбу — мой способ проявить любовь. Да, за тобой не могу разбирать, потому что два уродов. Снова станет холодно, я застегнусь себе, я снова забуду. Это мое разыгрывает, да? Меня обманывает, но невозможно же не наступать на те же грабли. Столько пустых бутылок, словно я искал послание. Искал ее повсюду, но в книгах одно название. Я так хочу делить с тобой один аквариум, в котором мы две рыбки лишь смотрим, не разговаривая. Паленый спирт, контрафактные сигареты. Любовь не спит, где ты нюхала целый вечер. Я хочу... Ну вот это, наверное, да. Так трейд вот этот был, но неплохо. Паленый спирт, контрафактные сигареты.
репу сейчас сыграет. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Ну нет. А можно семеру, наверное, ставить по-любому. Натиск кто не даст. Нормально. Я знал, что ты. Мы все забираем, получается. Я не против. В этот раз я натиском доволен с этих миньонов. На том, когда была игра, когда мне это было очень неприятно. Сейчас они прям сработали неплохо. Есть этот челик. Когда ты ноль, я ждал всю жизнь сигнал любить. Тайм-аут, baby, тайм-аут. Увы, я знал, что ты. Ну надо делать так. Любить. Тайм-аут, baby, тайм-аут. Увы, отложить календарь. Ты думаешь про новый класс? Прикольно, могу сказать. Прикольно, интересно, что новое что-то. А так, то... Я как бы не рассматривал, не смотрел там, что там, карты какие-то конкретные. То все, когда выйдет, тогда посмотрим. А заранее как бы не хочу вникать в это. Я ждал всю жизнь сигнал любить. Тайм-аут, baby, тайм-аут, увы, я знал. У меня нет варианта больше. Сигнал любить. Тайм-аут, baby, тайм-аут, увы. Нормально, кстати. Вот это не очень, ну может пригодиться, вот это хорошо. Теотар будет неприятен, очень неприятен. Если у меня Денайт респизит какой-нибудь, я бы огорчился. Ух, ебать, это жестко. Я, наверное, даже Денайт сыграю. Ну у меня как бы 8 карт, если он Теотаром у меня его спиздит, дай бог здоровичка как бы. 8 карт как бы. Ну это наверное даже семеру можно сыграть. Да, если ему Денатрия дали, я просто похолпаю, да. Это Хекс Масс. По процентов надо играть. И Теотара можно, в принципе, сыграть. Только что мне ему отдавать, блядь? Можно просто увеличить руку, чтобы у меня его не спиздил, блядь. Хоть одна карта сгорит, конечно. Можно просто у него спиздить что-нибудь. Ну что отдавать? Добор можно отдать, но все равно не будет. У него, блядь, пол рука, он его не сыграет. У него свой, наверное, донатор, да, есть. Вторая карта со старта. У меня пятерка, у меня масс хекс отсюда будет вылетать сразу. Я у этого коня затриггерю, если я еще одну карту сыграю, да. Не хочу. Может просто мне сейчас с капсом вернуть все, но он тогда сдохнет. Он будет Денатри играть своего, наверное. У меня и урон тут считается 4-3, да. И плюс хил есть. Денатри будет играть, мне кажется. Максимально убивает существ.
мы убиваем этого чили-босса. И делаем торку. Даже делаем так. Бля, мне донатрия поставить нет возможности, это хуёво. Так, я сыграл 3 карты, мне нельзя. Бля, я хотел донатрия сыграть. Ну и сейчас может его забрать. Секрет остался, да. Давай так сделаем. Так, Тессон разыграл. Разыграл тайник один. Если он что-то выставляет, ну, если у него лем, конечно, роляется. Неприятно будет. Он пятерку ищет. Потому что у него нихуя не осталось. Естественно, убирает. Хуйня. Все есть. Опа, чем. Ну это не страшно. А ты лема не поставь, пожалуйста. Ты тар сгорел охуенно. Блять, а нет, все, заебись. Ну это победа. Победа просто умом. Даже его картой получается его и убило. Надо кофе сделать себе еще пойти. После Ирина. Так, друид, Тайс. Nice.
Я ставлю это. Я не думаю, что это агро, друзья. Наркоту и эйфорию. Я забуду все, что тогда между нами было. Курю сиги, и я не хочу расстаться с ними. Хочу заснуть, сделать вид, что забыл твое имя. Ты просто диссонанс, который зазвучал. Ты просто диссонанс, ты просто диссонанс. Ты просто диссонанс, который зазвучал. Ты просто диссонанс, ты просто диссонанс. Каждая песня в этом альбоме. Через 5 лет мне о тебе напомнят. Терять тебя — это пиздец как больно. Терять себя — это намного больше. Я убиваю себя по ночам. Сиги окна, мне трудно молчать. Чужие люди вспоминают друг друга. Услышат об этом во всех мелочах. Я просто хочу быть здесь сейчас. В прошлом груз будущим страх. Я влюблюсь в кого-то снова, когда перестану ждать. Да, монетка, конечно, его, блядь. Он проверит монетку. Ну, следующий ход можно будет препа. Да, это ж не этот, я что-то перепутал. Я думал брать засекречь. Но он все равно под пятый ход сейчас сыграет, но монетку, не знаю, зарынить, все равно не надо так делать. Добор этот. Желательно не Динатри, чтоб не въебало, блядь, стрельнуло на 10. Наш монет ему важнее, может он хочет на седьмом сыграть этот парад какой-нибудь. Это парад по-любому, наверное. Так, на донаторе пришел сам. Секреты нормальные доставать. У него монета еще да есть. Он сейчас парад сыграет. Тесса надо выстегнуть. Постараемся. Эта хуйня может меня руинить. Я бы добор, конечно, хотел бы сыграть, но я овердроунусь просто. На следующий. Давай этого, блядь. Мне не пришел. Нового не дали, блядь. Ладно. Так, получается, у меня будет тайника будет у меня секрет на антимагию. Антимагия у меня будет, потом у меня будет двойка. Фантовская на спел отмену, ну, на отмену и увеличение его стоимости. Пройдем все заново снова. Цена велика, но ведь более
У меня там еще один секрет остался всего лишь. Да. Там, в принципе, выбор говна был. Это он раскопал. Это он раскопал, молодец, да? Такой. Пока он не сыграл гафа, мы играем на равных даже, представьте себе. Представьте себе, даже на равных с друидом играем. Если он не сыграл пока гафа еще. Сейчас он дракона поставит семерку, 100%. Нет? Топовая проверочка, полная проверка. Так, что мне делать? Наверное, надо Ашару. Но Ашару я не могу реализовать, только если препа придет. Нормально. Так, 2 по 7, да? Нет. Все хуйня, кроме вот этого. Ой-ой-ой-ой. Да? Ну хотя бы Ашару могу реализовать. Мам-мам-мам. Ну он девятку сейчас сыграет, он это все заберет. Это хуёво. У меня на нее ответа просто нету. Только отсюда что-то раскапывать. Просто таунт будет потом с пятерки я поставлю. Ну да. Если у него девятки нет, у него проблемы. Похуй. Все что угодно, кроме девятки. Которая, и тем более за бафом, это его карта, кстати. Да, это его карта. Походу сборка с этими, с... на... Там лич будет у него по-любому. Кстати, как работает, МЧС? Нормально. Мне нравится. Так, ну тут либо вот эту карту, либо вот эту. Наверное, все-таки что-то копать. Добор. Ну это хуйня, вот эту надо брать карту. Походу у него девятки нету, пацаны. У него проблемы. Работа, как на всех работа. Нормально, меня устраивает. Если бы не устраивало, бы не работал бы. Твои руки на мне.
Такое себе, если честно. Это хуйня полная. У него Call of Duty вообще эта девятка не играется. У него там Блич играется, Хандронок играется. Ну это неприятно, конечно. Так, ну надо бы секрет какой-то. Да ебалом принимать не хочется. Я бы хотел руку просто увидеть, если честно. Надо секрет, надо. А, у меня отсюда секрет уже все время. Бля, в мою въебало. Вот эта хуйня. Мне кажется, это посерьезнее было. Он его просто разыграет на следующий ход. Даже, наверное, его чуть кинуть. В целом, думаю, не ошибка. Пусть он слово кидает, плохо ебать. Ты выбираешь любую место самого потрепанного сердца моего. Говорил, мы виноваты. У него армор, кстати, есть. Обманул, но снова написал мне, и от меня уже нет. Нахуй ты в моих ебашишь постоянно. Ну, я думаю, сильный стол, да? Как вы думаете? Ну, сейчас армор может сыграть, естественно. Но я думаю, стол такой, что ему ебало снесет нормально. Плюс я ему заруинил то, что я сыграл, ну, намешал ему этого. Гафу. Ну не мог его сыграть, потому что я его давил. А если бы он отбился бы, он бы гафу сыграл, нет проблем. Так, отмена. Еще сейчас отмена будет. Да, залупу нахуй. Ну он армор делает по-любому, да. Кстати, сильный спел он себе зарынил. Наоборот, надо было играть. Надо было двойку сначала, а потом тройку. Ну гений, чего я могу сказать. Киберспортсмен, потому что знает, что как правильно делать. И с Данем его Денатри, да? Да.
много говна, в принципе, пусть. Домой, ебать. Я даже не посчитал изначально. Изначально даже не посчитал. У меня летал был. Выглядело как будто БМ, да? Да и похуй. Самое большое чувство гордости у меня вызывает слово «пошли бы вы все нахуй». Ну это Тай сейчас говорит, да, такое?
кстати, Огнекурс, это он с двойки раскопал. На секундочку. Ну сейчас добор еще сыграет, у него еще и добор, наверное, есть. Ну это глупо играть, мне кажется. Надо пятерку, наверное, играть. Как раз секрет он реализовал уже. Ну, эту карту. Бля, ну это такое давать ему, вот это надо. Ну если я хочу потрейдить, мне вот эту карту даже надо брать. Девятка. У меня, кстати, пятерка, да, нормальная уже. Надо пятерку играть, там добор возьмется. Двух карт возьмем. Ну, он бьет, если у меня лестница нормальная. Ну, он трейда, естественно. Да, у него может Денатри уже быть просто. Денатри бафается. Блядь. Ну, это просто топ-дек, блядь. Это просто топ-дек. Еще и, блядь, 6... А, нет, 4 дает. Если у него Денатри бафается с нулевой, там, ну, у него карта лежит одна с нулевой. Надо его пиздануть и просто выиграть игру. Ну, это, кстати, неплохо, я вам скажу. Я могу даже трдануть. Надо мэп в обмен сделаю, одно одену. Или нет, я не буду. Вон так. А, ну он просто гафа не нашел, это очень приятно. Гафа нету, блядь. Проблем у него. Гаф есть. Проблема у меня. Секрет. Сейчас будем ему карты выбрасывать просто и все. Сыграем. Так, так. Ну, он может сейчас компо добор даже. Блять, хуёво. Он секрет реализовал, Антон, чтоб я ему не замешивал карты. Здорово, 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 дружище, здорово. Как у тебя дела?
нормально. Да тоже, блин, неплохо, в принципе, вчера отдохнул. Вчера отдохнули с друзьями, посидели. В игрушку поиграли на PlayStation. Новенькая вот эта вот, которая, получается, кинохоррор. Нас на Соньке поиграли. Там пивасика попили, шашлычка поели. Сейчас я тебе скажу, как называется. В Куари. Вот эта игруха. Ну да, в принципе, с кайфом посидели, чё. Сегодня там, по-моему, даже тоже пойдем, ну, там мы не доиграли немного. Там у нас, получается, 9-я глава, а там их 10, по-моему, чуть-чуть не хватило. Считай, финальный этап. Может, им это все вернуть? Мы его просто заруиним нахуй. Тут закрою не могу. Ну, такое себе. Нормально бегает, ну как там принимаешь решения всякие. От твоих решений судьба персонажа зависит. Точно. Ничего такая. Интересно играть. Интересно, чем закончится, если честно, интересно. Дорогая, конечно, дорогая игруха. Я бы не брал, ну просто друзья взяли. Опа, еще один вкус. У него весь win condition, это, по-моему, в этом, Денатри, все. Если я Денатри у него ворую и скидываю его, он проебал. У него, конечно, этот курс сейчас жесткий, по два будет вызывать. Неприятно. Ну, там можно взорвать его, знаешь, вот. Надо сорвать. Так сделать. Так. 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 Секрет какой-нибудь хороший надо раскопать. Ну, может, он испугается просто. Это нахуй. Ну, на всякий случай берем, блять, хуйню дали выбори, походу, какую-то. А ты будешь пакетч нового DLC потом на стриме открывать? Да буду. Но главное, чтоб ты на это смог, ну. Как бы я ж какие-то анонсы не делаю, там, запустил. Опустил стрим, там, ну, выйдет до дополнения, не знаю, там, ближе к этому скажу, когда там вот что открою. А там уже будет время, заходите. Конечно, буду на стриме, да. Кстати, вот это теперь у меня подруиненная, да, девочка. Ну, он сейчас... Да. Если у него есть этот чел, мне надо просто Теотар. Я могу сделать так, Теотар, забрать Денатрия, и все, и он может отъехать. Да. Мне ничего не дают, как бы. Он отсюда раскопать попробует. Мне не дают Теотара.
Ага. Блять, последовательность. Я, кстати, слышал, что там, если паки откроешь, то лишние карты нельзя пылить, потому что, мол, после нерфов, мол... Ну да, да, я не пылю из нового дополнения лишние карты. У меня, кстати, да, у меня еще можно сейчас... У меня же еще и пыль, да, есть, я сейчас по серии покажу. Я, в принципе, не пылю, у меня как бы необходимости нету, мне все хватает. Если тебе прям нужно, прям вообще горит надо... то пылишь, если нет, то нет смысла. Ну вот, я же говорю, я не трогаю лишнее. Раньше пылил. Короче, нашел, у меня там браны и донаты, наверное, сейчас скоро будут. Мне надо просто Теотара. Теотар нужен. Он умирает. А что у него за вин кондишн, наверное? Он дальше будет делать. Так, у меня там есть один секрет дальше. Если честно, больше я не хочу ничего выкидывать. Потому что он может Теотара сыграть, своровать у меня эту тройку. У него есть по-любому сейчас будет Бран Теотар. А, это еще вот ИК какая-то версия. Но я такого не видел просто ни разу. Да, я проебал. Но я тут только мог, если бы эту карту сыграл, отыграть. Ну теперь буду знать. Я от этого первый раз увидел такую хуйню. Как бы отыграть от этого я не мог, не имел никакого смысла. Ну, Денатрий он кинул. Значит, уже что-то подозрительное было. Первый раз вижу такого друга. Ну, я тоже первый раз. Смысл в чем? В том, что мне не пришел Теотар. Вот и все. Теотар. А когда я сбрасывал карты секретчица, мне не показали эти карты. Мне, я не мог, как бы, подумать, что это такое вообще. Мне дали... карты, которые все друиды используют. Если бы у него, я бы увидел эти однерки, СПДшниц, я бы уже мог как-то отыграть, но я их не увидел. Мне не дали выборе. Когда у него был Денатрий, он бафался у него в руке, он там под 30 или сколько был. Но я секретчица и его не увидел. Челы у меня с 10 карт забирают Денатрия, что хотят делают. А я просто из 6 или 7 карт, 8-7 карт, я не могу этого сделать. Не могу просто, не настолько скилловый, чтобы с золотыми рубашками доставать из 7 карт, а не скилловый с 10 достать. Рога, да? Рога. Не
Предлагай бежать, ведь я с тобой улечу. Со взглядной полосы, которую расчерчу. Все, что ты слышала обо мне, это чушь. Хуже, чем говорят. Растворяются диски, солнце в эклипсе. В одном из миров. Да, если у него будет отмена существа, дадут секрет, это будет печально. Я проверю этой картой. Игра зайдет вообще, как бы. Я в ахуе. Я уже ход проебал, я не сыграл секрет, который я хотел сыграть на том ходу. Спасибо, блять, Харстоун. От души просто, блять, пиздата, ебать, игра. Я не сыграл секрет на прошлом ходу, просто из-за того, что ебаная мертвая игра, блять. Сломанная, блять. Хотя нет, подожди, я его не мог сыграть. Че похуй, блять. В целом нормально. То, что игра мертвая, блядь, это, конечно, печально. Не могут нормально, блядь, починить. Просто на ровном месте берет у тебя и просто... Оно как бы... Неопытный игрок этого не поймет, блядь. Видит, что... Ну, что-то может, но, блядь, ебо оно подвисло с нихуя, блядь. Там чел уходы делает свои, а у тебя, блядь, просто нихуя не происходит на экране. Хороший, да. Так, блядь, хочется, если честно, карту ему, блядь. Тут и эта сильная карта будет. Там уже джекпота, что ему дали, интересно. А так мы можем просто запушить несущие стороны.
с тобою не пойму, собиралась силами, но сдалась. Надо ему это вернуть карту. Почему колотится твое сердце, милая, мир был явно против, но ты уже влюбилась. Она не бежала за мной так, как бежала за тем, кто должен остаться в прошлом. И все, пришла весна, но еще больно. Сколько время пройдет, когда снова найду свой дом? Она не бежала за мной так, как бежала за тем, кто должен остаться в прошлом. И все, пришла весна, но еще больно. Сколько время пройдет, когда снова найду свой дом? Я живу в мире иллюзий. Чтоб он не заморозил 5-6. Я не грешу отдых, и вы мне сейчас не заны. Лирика. Ну, он сейчас крабата может сыграть, да. Ну, я ебал рот, нахуй. Ну, она за 4 у него будет. Но он его сыграть не может. Ебать, я его только ему скинул в этом, на этом ходу. Он его, блядь, топ-декает, да, блядь. Нормально, сука, ебать. Все нормально с игрой, блядь. Из, блядь, 32 карт, блядь. Как, ебать, как? Нормально все, ебать, нахуй. Близзарди, привет. Нормалек, все? Охуенно, блядь, да? Конченые бляди, ебаные, нахуй. 32 карты, блядь. Я ему замешиваю в колоду на YouTube декает. Нихуя себе, да, блядь, молодец, нахуй. Были бы другие цели мысли, но и твой поцелуй тут был бы ни при чем. Целый мир, что дотла горит, покажу слезы, что по щекам твоим. Я не простой, ты меня пойми. Украл твой взгляд, сижу за твои касания губ, что по щекам моим. Да не забыть, что было до зари. Но ты ведь не такая, типа как все. Я просто подошел и сказал здрасте. Не надо нежно дубли на закати. Я подал из того, чтобы распяти. Кто много говорил за меня, постой, я не вкусил. Говоришь, устроим сладкий. Я жду, принял нас за столь. Покидай, созывай, ты стой. Сияй, сияй. Ты затратил войны, увижу не я. Сияй. Для меня полюби ты, мать.
И они говорят о том, что ты была права. Если я уйду, ты даже не думаешь. Тогда скажи, зачем мы тратим друг на друга время? Я ненавижу себя даже больше, чем можешь представить. Проще вечно разбиваться, чем с тобой ходить по краю. Наши чувства как ловушка, мы в ней намертво застряли. Может, сможешь объяснить, как мне просто стать нормальным? Бинтами замотана моя рана. Все, что говорил тебе раньше, забыть пора нам. Я не знаю, как ты там теперь, с кем ты там теперь. Я устал. Я устал теперь за тобой бежать, кем я стал ответить. Да, как эта хуйня вообще? Замешивает колоду копии карт в вашей руке. Затем сбрасываете руку нахуй, и копии стоят один в колоде. Ебать гейм. Гейминг просто охуенный, блядь. Замешать все карты нахуй, они будут в колоде за один, блядь. По одной тупдекать. Тупдекнул, да? А, ну, такое. Сюда, хороший, блядь. Смотрю твой стрим и предаватель, когда я микро включил, услышал все. Смотри там аккуратно. Тут у тебя проблем там не было. Ебал. Ну отсюда надо этого. Не надо. Я видел тебя на нем только и отблески света. Никто не умеет.